Сегодня 19 апреля, вот такая погода в Калужской области. Сейчас посмотрим, сколько на градуснике. На градуснике 0 градусов, 0 минус 1. Сейчас посмотрим, как там рассада пережила ночь. Итак, в теплице уже 4 градуса тепла. Сейчас мы посмотрим, как наша рассада сегодня перезимовала. Мы ее только привезли. Вроде как стоит, все нормально. Вроде помидоры, перцы вроде пока еще стоят. Сейчас мы их будем обогревать. Приобрели мы вот такой, называется кирогаз. Сейчас будем его поджигать и ставить в теплицу. Потом посмотрим, сколько градусов будет у нас в теплице через час, через два. Для того, чтобы его разжечь, нужно сначала залить в бак керосин или же солярку. Мы используем керосин, ну, много не надо. Ну, побольше, лей еще. Ну, хватит, наверное, много. Посмотрим, что получится. Закрываем бак. Выкручиваем. Теперь аккуратно вставляем бак сюда, вот емкость. Крутим положением бак плюс. Он стоит, ждем, когда немножко ровно. Сейчас сюда поступит керосин, пропитает для поджига фитиль. Наверное, ровно, неси стул или что-то. Вот керосин уже там находится внутри фитиля. Сейчас фитиль немножко пропитается. На данном кирогазе также можно ставить на него или чайник, или что-то готовить. Здесь вот специальная решетка есть для этого. Подожгли мы фитиль. Сейчас он немножко разгорится. Будет коптить. Немножко прокоптит, и потом мы отрегулируем уже, чтобы было шло просто тепло. Дежурный режим кирогаз выходит, когда горят просто спирали, вот красные должны быть, и не должно быть огня. Как мы видим,
Вот спирали красные. Огня нету. Значит, он находится в дежурном, уже в рабочем режиме. Ну, через час подойдем, проверим. Посмотрим, какая температура находится в теплице уже. Через час зайдем в теплицу и посмотрим, на сколько градусов нагрелась она с помощью данного кирогаза. На данный момент температура составляет уже 9 градусов. Вот через час мы зайдем, посмотрим. Снег почти прекратился. На улице где-то плюс 2. Уже вот начал таять. Сходит с теплицы. Так, прошел час. На градуснике 4 градуса. Сейчас посмотрим, что у нас в теплице. Находимся в теплице. Смотрим. Так. Теплица показывает 16 градусов. Ну, эффект есть. По крайней мере, рассада не погибнет. Ну, а на улице снег уже потаял. В теплице сошел. Уже вроде снова весна. Сейчас у нас вот уже выглянуло солнце, но температуру мы догнали до 22 градусов. Кирогаз мы потушили. Так что уже сейчас солнце будет само греть. В теплице 22, на улице 7 градусов.